Добрый день, уважаемые клиенты, те, кому я делал расчет на 24, 25, 26, 27 года и так далее. Прошу обратиться ко мне. Почему? Потому что меняется у нас вот, в соответствии с проектом месячный расчетный показатель, у нас меняется минимальный размер пенсии, у нас меняется прожиточный минимум. Все это влияет на начисление пенсии. Мы всегда, когда делаем расчет, отправляем вам вот такие файлы. Кто помнит, да, вот такой расчет солидарной пенсии и, соответственно, таблицу по доходам, какой доход там необходимо скорректировать, чтобы получить максимальную пенсию. Для тех, у кого, обратите внимание, вот здесь вот название таблицы отличается от 231-305, например, 201-303 или 301, или просто 23, или, может быть, еще таблица 22 года 22. Да, соответственно, пожалуйста, обратитесь, напишите мне в WhatsApp. Сейчас я переделываю консультации самостоятельно, не жду, когда люди мне напишут, но сталкиваюсь с тем, что у людей, вот когда я здесь записываю номер телефона, почему-то меняются контакты. Ну, это нормально, я тоже могу обменять телефон. Меняются контакты, и я не могу отослать людям изменения, да, предупредить. Поэтому, пожалуйста, кто делал консультации у меня, пожалуйста, напишите мне в WhatsApp. Отправьте, если есть возможность, вот такую таблицу по расчету пенсии. Если таблица по каким-то причинам не сохранилась, просто пишите свою фамилию, имя, отчество, ваш ИНН и дату рождения, для того, чтобы я мог вас найти. Да, и вам отослать информацию. Если вы напишите еще, какой до этого был номер у вас телефона, чтобы я вас тоже точно полностью идентифицировал, потому что, ну, все-таки это персональные данные, чтобы я не рассылал их кому попало, да. Поэтому у кого консультация имеет другое обозначение, не и отличается она, не имеет 231-305, а, например, 22 или 23, здесь 301 или 302 или 303, пожалуйста, пришлите мне вот такой расчет. Мы вам пришлем обновленную таблицу по доходу, где предложим скорректировать какой-то доход, если вам не хватает достижения максимального дохода для расчета солидарной пенсии. И снова пересчитаем вам солидарную базовую пенсию с единонакопительно-пенсионного фонда. Если вы выполнили какие-то рекомендации, предоставили архивные, собрали архивные справки или делали платежи, присылайте все документы, сделаем бесплатно этот расчет и обновим информацию. Потому что, еще раз повторюсь, сталкиваюсь с тем, что вот здесь вот мы в консультации пишем ваш контактный номер телефона, и по этому контактному телефону не можем найти. Наверное, люди поменяли или как-то изменили его в WhatsApp, но мы его найти сейчас не можем. Поэтому присылайте нам вот такую консультацию, если она есть. Если она по какой-то причине не сохранилась, фамилия, имя, отчество, ваш ИНН и номер телефона, и тот контактный номер, который у вас до этого был, мы обновим консультацию, это вам ничего не стоит, вы уже раз оплачивали, и информирую вам, что необходимо сделать, чтобы получить максимальную пенсию. Все, жду от вас контактов, потому что слишком часто получаю сейчас сведения о том, что контакты ваши изменены. Кто пришлет мне информацию, обновлю расчет пенсии в течение там часа и вышлю вам с пояснениями. Все, жду от вас сообщений на свой WhatsApp. Мой WhatsApp есть, как вы помните, 837. Вот здесь вот он в консультации всегда есть, да, когда мы услали. Моя фамилия Белялов Сергей и вот контакт. 837-713-461. Этот WhatsApp, пожалуйста, пишите на него. Обновим консультацию в течение часа. Все, до встречи.